Ой, здравствуйте. Ребята, всем привет. Здравствуйте. Мы тут с Пашуней приехали. А я только собирался начинать видео. Да, теплый гараж приехали. Еще тут не очень тепло, но уже лучше, чем на улице. К одному из друзей заехали в другой теперь теплый гараж. Будем сегодня делать маленькое техобслуживание нашему автомобилю. Влоговое такое. С шутками, с прибаутками, с колеса сниманием, двигателя выниманием. И Паше ухождением. И Паше ухождением. Папа в этом доме, в этом гараже уже собрался жить. Вот уже сиденье себе вытаскивает. Да. Готовит место. Как раз хорошо. Нужно будет лечь, поспать. Печка там горит. Точнее, не горит, а в печке горит. Тепло. Паша. Да. Это что за глаз? Ты что, глаза поменял? Да. Здравствуйте. Да. Слазь теперь и подавай мне светильник. Окей. А ну расскажите, что мы сегодня тут будем делать? Будем делать примерку. Сейчас. Одежду? Снимать чистую одежду, мерять грязную. Нужно заменить термостат в двигателе. А что это? Термостат. Это такая штука. Штука. Это такая штука, которая. Штука. Когда двигатель нагревается, он от температуры открывается, так крышечка такая раз открывается, и идет обмен жидкости через радиатор. И вот тот, что в двигателе с завода стоит, он открывается при 80 градусах. По крайней мере, по заводу должен, или при 78 там. А тот, что я буду ставить, этот стоял у меня на старом двигателе от Toyota Land Cruiser. Он открывается при 88 градусах Цельсия. Соответственно, это и лучше для двигателя, и теплее в машине будет от передней печки. Для этого это и делается, чтобы стало теплее спереди. Папа сливает какую-то жидкость, насколько я понял, охладительную. Ага. Устанавливаем новый термостат. Да, вот этот вот старый. Ну, он рабочий. Но а он как сколько... он типа работает? Он как работает, когда нагревается вот здесь, на малом кругу двигателя, помпа гонит, нагревается вот эта латунная трубка, и потом открывается вот эта вот штука, туда вниз опускается, вот эта только, чук туда вниз, и потом идет уже через это все... Идет охлаждающая жидкость в радиатор. Понятно. Вот эта штука опускается туда. Вот. И сейчас поставим тойотовский. От Toyota Land Cruiser. Шикарные термостаты сюда. Для УАЗика. Паша, подай мне канистру с тосолом. Угу, сейчас. Да. Короче, первое задание выполнено. Первое, да. Поменяли термостат. Буль-б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 уль. О, еще и кому-то звонить приспичило вам сейчас. Паша, ты любишь хлеб с маслом? Люблю. Любишь? Люблю. А какое масло любишь больше? Подсолнечное. Подсолнечное? Да, 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 шучу. Конечно же, сливочное. Сливочное? А у нас автомобиль любит вот такое масло. Матюль. А я люблю тюли. Тюли? Да. Так вот, нужно посмотреть, хватает ли ему масла. А то хлеб есть, а масла может ему не хватать, и будет нам потом как-нибудь проблема. А потом он будет сердиться, да, что мы ему масла не додали. Точно, сейчас посмотрим, что потом ему надо еще будет сливочного дать. А то вдруг он бутиков захотел. Не, сливочного ему нельзя, он отравится. Аллергия у него. Да. Теперь мы с тобой меняемся местами и будем сейчас... А я думал, мастями. Мостями? Да. Или мостами. Мостами. У тебя какой? Передний ведущий или задний ведущий? У меня, наверное, задний. А у тебя? Я полноприводный. У меня передний. Это не честно. Хотя давай поменяемся, у меня будет... Теперь я выиграл. А будто с папой недавно так типа поспорили. Я ему сказала, что он не может типа налить ровно пол-литра до миллилитров. Нет, до миллилитров не было таких разговоров. Я налил ровно пол-литра масла. Нет, там до миллилитров точно не было. Смотри, видишь, так можно поставить 300, а так можно поставить 600. Вот-вот.
Так что нет, ты налил. Сколько получается? Сам не знаешь. Ну ладно. Все, теперь я полноприводный. Ладно. Я вот 2-0. Ой, 2-1. 2-1? Да, в мою. В твою? Да. Едем уже домой. Да, будем ехать домой. Как-то мало работы получилось. Я думал, побольше будет. Зато сегодня отдохнуть смогу. Я вчера за сегодня отучился. Плюс семейного... У тебя сегодня физика еще. Ну, всего лишь там часть. Ну вот. И все. А я поубираю машину, подготовлю завтра к поездке. У меня еще куча работы. Главную работу сделали. Очень неудобно тут печку, чтобы делать. Во-первых, освещения нету. Вот это сиденье надо снимать. Там все нужно поубирать. В общем, это еще до вечера работы. Ну да. А если я... В общем, то терпит, а то, что нужно было срочно сделать, то сделали. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!